Привет, хотел вам кое-то сказать. То, вы очень сильный, очень умный, очень милый и красивый. Просто вы замечательный. В нашем жизни кто-то из вас мама, кто-то сестра, а кто-то жена. Ну, для нас вы очень важны. В нашей жизни вы очень важны. Это день ваш. Каждый день ваш. Поздравляю вас с 8 марта. Желаю счастья и любви. Будет всегда красивыми и счастливыми. И всегда улыбайтесь, потому что мы вас любим.